Итак, ну что ж, всем привет, мои дорогие друзья, это вторая серия по прохождению легендарной игры, как я уже говорил, под названием Шрек 2. Всех рад очень вас видеть, спасибо, что не забыли, заглянули. А еще раз напомню, необходимо подписаться на канал, поставить колокольчики, прожать лайк, оставить комментарий. Так, ну что, напомним, в прошлой серии мы с вами закончили на том, что спасли ослика из ловушечки. Вот. Теперь мы с вами продолжаем и идем дальше. Так, что за сундучки? Грибы, мухоморы. Ой. Куда нам? Сюда или не сюда? Здесь безопасно. Безопасная еда. Показывают там. Так, ладно, мы уже там были или нет? Не были мы здесь. Ладно, по-моему... Так, там монетки, монетки. Давайте мы сейчас быстренько соберем. Опа! Блин, не все, а. Так, попытка номер два. Опять мимо, да что ты будешь делать? Так, ну, еще разочек, если... Опа! Шикарный, шикарный прыжок. Там еще монеточка лежит. О, 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 о. Ай, мимо, 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 мимо. Так, давай залази, Шрек. Ух ты! Как говорится, перебздел, да? Лучше не добздеть, чем перебздеть. Опа! Немного. Ну ладно, осталось, короче, три монетки. Не будем тянуть время и пойдем дальше. Опа! Ну и что это такое? Опа! Отлично! Давай, давай, не сорвись в пропасть. Все. Так. Как же нам осла забрать? Фея. Ребята, кто помнит? И как мне свою активную шкурку перетащить этот блин? Вот с умом надо подойти. Как, говорит, мне перетащить шкурку, говорит, свою на тот берег? Кто помнит эту невероятную сохранено фею? В лучшем виде. Отлично. Так, так. Может, тыкву нужно взять, сбросить? Ох ты! Ох ты! Вау, вот оно что! Е! Давай, ослик, полетел! Главное, копыта не поцарапай. Так, здесь сено у нас. Давай за мной. Чё, тыковку возьмем? Похоже, на меня лежит капканы. Здорово, что я не медведь. Не зря я её взял. Опа. Так, там еще одна возьмем. Во. Вот это совсем другое дело. Быстро, 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 быстро. Ах ты чё? Ё-моё, сколько там? Не лезь к нам. Охренеть. Не успел. О, какого людоеда? Я тоже злился. Чудище! Ёлки-палки, ослик. Это дерево надо как следует пнуть. Это что, белка была? Получилось же! Ага. Белка, белка, белка. Белки. Можно славный котлет. Ёлки-палки. Вот еще один готов. Что такое? Ослик, давай копытами своими руби всех. Ёлкерный бал. Вот это дерево нужно снести по-быстрому. Блин, оно что меня захватило? Так, тыковку возьмем. Отлично. Отличный бросок. Там еще у нас есть тыковки. Поднимаем. И понеслась. Вот шикарно. Просто шикарно. Ребят, нужно, блин, как бы
клевер искать четырехлистный. В прошлой серии я один пропустил, да? По-моему, один мне там ребята писали в комментариях. Вот. Погнали. Ослик. Тихо, капканы. Ух ты, елки-палки. Сколько их тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уйди. Что? Ой-ой-ой. Ну как, устал? Где? Ох ты, чудовище. Смотри, он с лилами, засранец такой, а? Так. Возьмем еще. Осля, осля, уходи. Так, еще одну. Блин. Эх! Также назад. Отлично. Есть. Тыковка готова. И вот здесь вот мы. А у вас тут миленько. Миленько, конечно. Ё-моё. Сундучки. Та-да-да-да. Так, там зелья какие-то можно делать. Но я не знаю, что там как делать. Пока, в общем, не будем. Если что. Ну и здоровенная. Дальше я сделаем обязательно. А тыкву, тыква нужна. Сейчас я из тебя пирог с тыквой сделаю. Какую тыкву? Я ее уже разбил. Ёлки-палки. Грибы с плоской шляпкой. Знаешь, мой дядя Кларенс как-то таких говорил. Я помню его слова, как будто это было вчера. Красный плохо, зеленый хорошо. Так что надо прыгать на них, когда не зеленый. Ну все, понял. Давай. Зеленый. О, там смотри, стоят какие артисты. Вау! Красный плохо, зеленый хорошо. Отличненько. Осля, осля, бери вилу. И погнали. Слушай, я не ботаник, но это дерево явно какое-то злобное. Конечно, ой. Лази отсюда. Вот я погорячился. Старый дуб. Готов. Готов, старый дуб. Опа. Людоед! Поджечь человека! Ада! Построить планку и ударить сквад. Извини. Так. Кто интересно, я тут потайных мест. Потайных мест. Вот это, наверное, да? Что это? Ага. Отлично. Отлично. Тайная комната, ребята. Мне нравится. Вот это. Да за то, что орешь. Осля, а у людоеда вот что. Опа. Вот эти розыски мне же нужны. Ты получил плакат «Разыскивается». Молодец. Ага. Каждый третий плакат переносит тебя в волшебное место. Так, пацаны, мы с вами в волшебном месте появляемся. Пробеги по этому месту и собери все монеты, сколько сможешь. Это тебе не игра, время ограничено. Внимание! Марш! Go, let's go! Погнали! Сам бери монеты. Давай, давай, людоед, ё-моё, покажи! Ох, куда-то я забрёл, где монет вообще нет? Может, наверх нужно забраться, наверху... Ой-ой-ой, как говорится, опять перебездел, да? Время вышло. Неплохо. По твоим меркам, конечно. Неплохо. В следующий раз могло бы быть и получше. Да понятное дело. Говорит, неплохо. Ну, по твоим меркам, говорит, неплохо. А так могло бы быть еще лучше. Что? Гораздо лучше. Все. Оу. Понял. Собираем осля за мной. Так, тыква. Для чего здесь лежит тыква? Интересно знать.
Ладно, по-моему, все собрал, ребят. Если что, не судите строго. Грибы светофоры. Опа, сейчас мы здесь, наверное, с вами и застрянем. И будем. Ой. Быстро, быстро. Куда? Давай, давай. Еть! Ни хрена себе, мы с первого раза. И наконец-то мы нашли фею. Или фея. Шрек, ты слышал? Опачки. Тут тихо. Тут тихо. Странно. Это и кто такой? Мамочка моя, Шрек! Опача! Кот в сапогах. С хвостом? Пират с хвостом и в галошах. Прошу прощения, я мушкетер. Меня зовут Кот в сапогах. Ты пират в галошах? Что? Эти сапоги мне очень любят. Итальянская кожа, не что-нибудь. Они подчеркивают мою... Хватит! Итальянская кожа. Модный кот, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа. Что это? Целься как следует. Ты влево, вправо двигайся, чтоб тебя пират в галошах насмерть не зацарапал. Давай, пусть кот выпадет из своих сапог. Так. Почему бы тебе не взять свою йо-хо-хо и бутылку сливок и тихо уйти? Так, блин, ага. Чё-чё-то припоминаю, каким... Ай. Каким образом мне его... Не дохнут коты от любопытства. Ага. И усатый мне не попадайся лучше. Усатый? Я сегодня не в духе. Усатый, бородатый. Вставаем. Опа. Трудно есть. Поверить, так. Еще раз. Нет, не получается друг два раза, да? Два раза кот и людоед. Вот это сражение. Где твой корабль, пиратик? Пиратик. Сапоги. Вот из сапога же выскакивают. Вообще, как бы, примета такова, что если сапоги слетели, значит ему хана. Ой. Ну, здесь это не работает. Будь осторожней, коты весьма опасны. Давай, давай. Заболки, мохнатый. Опа, мохнатый. Попался, опять сапоги слетели. Они у него, по-моему, размера на 4, а то и на 5, наверное. Побольше. Зато итальянские. Бренд превыше всего. Модный пес. Ой, пес, кот. Это пес. Елки-палки. Готов. Опа, осел, топчи его. Если умеешь всегда падать на лапы, можно себе позволить небольшую фривольность. Да, это я-то да. Я-то знаю, этот кот давно все продумал. Коты всегда падают на лапу. Это точно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Люблю, когда добыча может постоять за себя. Давай. О, что за славная битва? Просто фантастика. Так, еще разочек мне нужно его втащить ему, и все. И людоед кота победил. Молодчина, Шрек, так держать, только от меня подальше. Когда будешь готов к встрече с создателем, скажешь. Замолкни, мохнатый. Ай, елки-палки. Что это такое? Блин, так хорошо все шло. И здесь под конец начинается. Качели начинаются. Осталось 8 жизней. Да елки-палки, 8 жизней у кота. 15 человек на садок колбасы. Йо-хо-хо и бутылка сливок. Йо-хо-хо и бутылка сливок. Хе-хе-хе. Готов. У тебя видок теперь. Тут сидяк, там сидяк. А теперь, опа, сеньор, опа, опа, готовьтесь опа, к ледяному опа. Поцелую моей шпаги. Вот. Что такое? Заболел? Ему по спине похлопать или что? Все. Не-не-не-не-не, ты ему позвоночник поломаешь. Попался? Ну и кто теперь тут главный? Сеньор, вы победили, я смиренно ожидаю приговора. Человек, сделай, как он просил. Пусть твоим приговором будет смерть. И я! Что? Вот осел, а? Я котят не обижаю. Ну, котят конечно. Не обижают. Ну да, ты ешь их на завтрак. Ты их наизнанку выворачиваешь и на голове носишь. Ты ненавидишь их? Ни за что. Они на вкус сальные. И шляпы из них кривые выходят. Да будет так.
Тогда я должен стать твоим верным спутником. Ох, Шрек, везде ищет свои плюсы. Место верного спутника занято. В уплату за мою бесценную легендарную жизнь. В конце концов, меня послали убить тебя. Послали? Кота послали убить недоеда. Видишь, я же говорил, рыжим котам никогда нельзя верить. Просто никогда. Это странно. Чего уж так королю не нравится, чтобы мы с Фионой жили счастливо? Что ж, если все, что тебе нужно, это счастье, тебе стоит обратиться к крестной фей. Это тесть послал котам, чтобы убил своего зятя. Позволь мне проводить тебя туда. Путь будет не слишком долгим. Ты знаешь, как туда попасть-то? Си, сеньор. Я много раз метил эту территорию. Счастье — это глупости. Опа. Опача. Опача. Что это за фотосессия такая? Людоед? Откуда ты взялся? Я бы навеки счастливо взял. Вот это больше на фею похоже. Это самое... Людоеды не могут жить долго и счастливо. Уходи! Мне нужно зелье навеки счастливы. Так, кот в сапогах. Это было... Да, про зелье говорит. Наверное, зелье нужно было сделать. Просто ведьма. Опа, а это еще кто такой? Ёкерный балет. Что там происходит за дверью? Блин, мне тоже интересно. Шрек, а тебе идет. Спасибо тебе, Асёль. А теперь пошли. Могу поспорить на Вискас, то, что мы ищем, спрятано где-то в той комнате. Идти надо именно мне. Я намного ловчее, чем ты, гораздо умнее, чем осел, и могу пролезть в эту трубу. Ага, теперь зелье нужно забрать. Верно, кот. Ты сможешь забраться по трубам и втиснуться в вентиляцию. А мы тут спрячемся, пока ты зелье отыщешь. Ну окей. А еще я там в комнате справа рубильник видел. Может, он дверь открывает? Эх, жалко, что ключа в кармане нету. Я вернусь с победой, и притом как можно скорее. Эльфам не попадайся. Не буду. И осторожней там. Так точно. И зеркала. Но нет, ты же не будешь отвлекаться на себя. Не будешь отвлекаться. А то сейчас кот начнет возле зеркала. Что ты всегда выводил из себя, так это говорящие коты. Ой. Это Санта-Мария Доминика, бац! Ёкерный бал. Шпагой, да? Шпагой, конечно. Отличная у кота. Ой. Шпага на высоте. Чунга-чангам. Эй! По-моему, здесь можно пролезть. Сейчас я вскочу туда со свойственной мне ловкостью. Опа, опачки. Пошел, кот. Только не сорвись вниз. Я тебя умоляю. Ногами уперся. Так. Ага. Ой, отлично. Давай, не мечи. Сюда. Ой, блин. Если я все точно рассчитаю, то попаду куда надо. А вот это он. Я умею. Ой, сохранено, блин. В лучшем виде. Я думал, это нужно нажимать. Здесь что? Вообще прикольно, а? Что это? Ага. Понял. Ой-о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 й
Так, отлично. Но куда дальше? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. А это главное я хвост когтями. Не подпалить. Когтями, ну-ка. Когтями, я сам шпагой, а? Ой. Ё-моё, я фея этого испугался.
Это сохранился. Фей вообще отличный. Так, и куда нам здесь? Прошу прощения. Так, так, так. Вниз. Алмандра! Бидончики. Полторашки, да? Полторашки. Кис-кис-кис. Все такие здесь любезные, то осля, осля. Кис-кис-кис. Это кто еще такой? Так, все бы хорошо, но... Зелье. Откуда ты догадался, а? О, туда можно зайти. Но делай там нечего. Ай! Что, что ты, Саня, хочешь меня стукнуть? Ну! Блин. Вот так вот. Вот так вот. Так, что сейчас? Начинаем карусель. Ой-ой! Ой-ой-ой! Ну, за чудный кот. Чудный кот. По-моему, сюда. Моя пощаде кота в сапогах. Так. Какие-то недружелюбные лазеры. Конечно, они дружелюбные. Блин. Ой. Ого! Ого-го! Сколько их здесь? Так, отлично. Что-то взял. Короче, сейчас пойдем вдоль стены. Ой, ёлки-палки! Палёные жары. Ай, блин! Сейчас попадаемся! Ё-моё! Это сладкое слово! Победа! Так, а что там? Он собрался стащить наше зелье! Наконец-то так, значит, сюда нам нужно. Что меня всегда выводило из себя, так это говорящие коты. Что меня, говорит, всегда выводило, это говорящие коты. Так. Опа. Шикарно. Шикарнейший прыжок. Все бы хорошо, но куда мне дальше? Алло. Не понял. Нет, это не то. Так, ребята, откуда я пришел? Чунга-чанга, блин, 232. Пароль не подходит. И что, мне обратно идти, что ли? Ай, ладно, уже бежать так бежать. А куда бежать-то? Воняет Дуэйна. Эй, кис-кис-кис. Я не пойму вообще. Ой, только не шерсть. Сюда мы пришли. Куда дальше? Здесь. Обратно, что ли, вылазить? Подерусь. Наконец-то подерусь. Это куда? Блин. Так.
здесь мы были. Опа! Ёлки-моталки. Я нашел этот выход. Так. И дальше куда? Опа, понеслась. Душа в рай. Отлично. Едем дальше. Ой, молодец. Фея. Так, ребята, вот как раз мы здесь встретили фею. Мы сохранили игру. И, наверное, мы закончим, чтобы выпуск не такой большой получился у нас. Вот. И дальше мы будем проходить уже в третьей части, в третьей серии. Вот. Еще раз напомню с вас. Подписка, лайкосик, комментарий. Всех целую, обнимаю. До встречи. Пока. Даже кот пока машет. Пока-пока.